Вот смотрите, надгробная плита полностью заросла мхом. Чтобы его убрать, это очень-очень большой труд. Да, очень тяжелый труд. Надписи практически не сохранились. Даже металлическая щетка фактически его не берет. В основном же с надписью неизвестный русский, либо никаких надписей. Но на немецких камнях, конечно, подписано фамилия, имя, звание, должность, полк. Ну, вот русский. Так, ребят, пошли. Угу.